сейчас проходим в чистовые помещения. Здесь будет размещаться три производственных участка. Это участок производства кабельной продукции. После тренировочных этапов сюда переедет команда, и все оборудование будет перевезено, и здесь будет производиться кабельная продукция для космических аппаратов. Следующий участок – производство солнечных датчиков. Вот здесь производятся работы по соединению проводов, контактов, клейки некоторых элементов, закрепления, вот, закрепление штекеров. Также проверка всех элементов на сопротивление и на другие технические характеристики. Первая продукция уже была произведена и пройдено успешное испытание в городе Тулуза, Франция, 19 числа этого месяца. И этот солнечный датчик, произведенный именно здесь, в Казахстане, нашими операторами, будет установлен на космическом аппарате технологического назначения. Как вы видите, сотрудник сейчас под микроскопом смотрит чистоту отверстия и должен прочистить. Это солнечный датчик и кабель, который к нему идет. Здесь участок производства экранно-вакуумной термоизоляции для космических аппаратов. Сюда доставляются специальные материалы, вот, термостойкие. Эти материалы были доставлены с Франции от компании Airbus. После этого эти материалы наслаиваются, несколько слоев необходимых. Вот. Далее вырезаются необходимые формы по чертежам заказчика. Вот. Далее здесь, как вы видите, вот, сотрудники, наши операторы проверяют качество слоев, качество соединений, закрепления. Это у меня в руках как раз экранно-вакуумная термоизоляция, сделанная по чертежам заказчика, и он будет закреплен на какой-то части космического аппарата и будет защищать его от солнечной радиации, также обеспечивать температурный режим космического аппарата. Здесь как раз, вот, как я вам показывал, внутри это многослойные термостойкие материалы.